Хей, гайс, с вами Шимки, мы продолжаем проходить игру под названием Гуакамоле 2. Как вы помните, мы пришли в какой-то храм. А если быть точнее... Ага. Быть точнее, то мы с вами в обсидиановом храме. Мы еще не были в сердце тюрьмы, дивный остров и змеиный храм. И в аду мы тоже еще не были. Ну что, тогда я думаю... есть у меня способности? А, да, есть. Проверяйте. Как вариант, мы можем сразу пойти наверх, но... Давайте, ладно. Начнем с легенького. Раньше мы вместе с братом были смотрителями обсидинового храма. Но когда я умер, пришлось работать здесь в одиночку. Смерть, в принципе, не такая уж и плохая штука. Теперь я могу... наводить чистоту в мире мертвых, а мой брат в мире живых. Как думаешь, обращает ли кто-нибудь внимание на порядок в храме? Конечно нет, наш с братом труд ни во что не ставят. Я смотритель обсидинового храма. А ты не будешь? Раньше со мной работал брат, но когда он умер, мне пришлось работать здесь в одиночку. Уж не знаю, что привело тебя в обсидиановый храм, но попрошу тебя не мусорить, ладно? У меня не так... У меня и так дел по горло. Не хочу еще за тобой полы подметать. Окей, короче говоря, нам сюда. Пока что. Сальвадор, я чувствую силу обсидиана. Да-да. Самое ты обси... Ой, или ты сказал обсидиан? Может, лучше отдохнешь? Сама отдыхай. Да, маска на него плохо, типа, действует. Я в порядке. Наверное, свинина по-мексикански в горле застряла. Когда мы откроем врата в другой мир, тебе больше ничего не помешает. Добраться до этого гуакамоле. Почему все хотят это гуакамоле? Как чудесно быть злодеем. Так, значит, нам все-таки... Нам сюда, но я пойду в другую сторону. Ага. Ну, как я понимаю, здесь будет человек, там будет дракон, а там наверху... Рысь. О, красиво переливается, слушайте. Да, да, я. Опять фризоиды сраные. Как они бесят. Ага, это меня тоже убьет, как я понимаю. Сюда тоже рано. Мне, походу, нужен двойной прыжок, либо типа того. Походу только сюда. Ну здесь легко, и здесь я с помощью курицы допрыгну. Плюс 250. Легкие 250. Ветер, ветер, ты могуч, ты гнеешь стаи туч, ты волнуешь синее море, всюду веешь на просторе. Не боишься никого, кроме Бога одного. Думай как ветер, будь как ветер, друг мой, это и есть двойной прыжок. О, как раз мы о нем только что и говорили, с вами будут прям... А ну-ка. А.
Только на героя работает. Ну тогда нормально. Теперь у нас есть двойной прыжок. Так, туда нам не судьба попасть. Пока что. Хоть сюда я смогу попасть. Ой. Бац, 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 полетел. Да, давайте. Ну, слушайте, в принципе... Так, прыжок я как раз получил, да, жабий? Эти рыцари у нас были в первой части. Вот зараза. Ну, не проблема. Зараза. Тихо. Бля. Бля. Если бы не этот мелкий... Что это за фрицки, я не понимаю. Молодец мне, не надо. По 150 за босса. Ну, не босс, враг. Какие-то непонятные фрезы все равно есть. Сатан как раз и выполнил задание. Какой только вопрос. После... Ну, мне кажется, лучше после 100 ударов прием не теряет выносливость. Мы хотели вот это, да, прокачать? Восстанавливать здоровье. Или лучше это прокачивать? Хер, враги взрываются при уничтожении. Фиг знает. Это все довольно дорогое, я вам скажу. 7500. 5 кусков. А, выносливость будет... Да, лучше сначала фитнес прокачаем. Ну, что там... Мне деньги дали, но как-то маловато. Поехали. Ай, более чем. Ай-яй-яй-яй, ладно. Ну зачем ты туда бежишь? Зачем ты туда бежишь?
Абуз. Зараза. Я еще забываю про двойной прыжок. Не фризь! Нам наверх по-любому. Минуту, я могу двигаться в воздухе? Я могу двигаться в воздухе, оказывается, прикиньте. Ну, если я могу делать так, это отлично. Откуда я мог знать? Слишком быстро. Микрофрезы! Да. Что за бред? Так. Народ, считайте, сколько уже раздох. Бац, бац, бац. Ох. Неуж там. Плюс увеличение хпшки. Ага. За что? Ага. Изички. Я только не увидел, сколько мне денег дали. Так, я могу прокачать, да? Его будет приносить больше здоровья. Давайте, я думаю, самое дорогое купим пока что. Так, ладно, полетели. Бац. Музыка еще такая. Ну слушайте, здесь прикольно, здесь идет у нас получается вверх-вниз платформа. Нет, 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 я сейчас это серьезно. Да, давай, чтоб я еще...
Чтоб я еще в лаву упал. Гоняешь, чел. Да, и эти, понимаете, херня в том, что тоже далеко не могут полететь. Ох, мне сейчас это так спло все. Сорок пять. Вот это была арена, но я не сказал бы, что такая сложная, но неприятная. Но я думаю, это только начало. Ага. Ну так вот, да. Вот так вот. Опа-на. Желтый камни минус. Алло. Чао, Чива. Удар головой. KO. Давайте, я думаю, мы вернемся назад. Ну, типа, мы так пойдем, как я понимаю, сокращать путь будем. Значит, мы сейчас сюда вот вернемся в этот момент. Вернулся, проверяйте. Помню эти хери. Все. Блин, надо все-таки посмотреть, сколько мне денег дают. Да, и тут я вниз уже не спущусь. Нифига себе. Нет, 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 нет. А, вон оно как. Нифига себе. Так, я там ничего не пропускал. Тут идеально пролетел, пролетел. Давайте дракона следующего. Итак, тот золотой камень оказался обыкновенным булочником. Теперь нефритовая реликвия находится в лапах ягуара Хавьера. Я глупо выгляжу. Гертруда, не правда? Дамы, вы наверняка помните, что Сальвадор все еще злится на нас и не желает видеть. Поэтому нам нужно пробраться в храм и найти обсидиановую реликвию, пока никто не знает, что мы здесь. А для этого мне понадобится ваша помощь. Давайте сотворим чудо.
Кудах-кудах. Кудах-кудах. Мана. Ладно, повезло. Клюк-клюк. Наверх. Сейвимся. Я могу наверх пойти, и я могу сюда пойти. Но тут я по-любому буду просто пролетать. Но нужно не забывать про то, что я могу двойной прыжок делать еще, при том, когда я лечу. Тогда мой персонаж вообще формируется. Это что? Нихера себе, что новенькое? Нихера, что новенькое? Что так сложно? Что так сложно? Пока что ее прокачаю, потом буду. Хотя это тоже хорошая вещь. Так как я выносливость почти не теряю, я ее прокачаю. Блин, надо, короче, это вкачать, это все вкачать. И можно способности попрокачивать, атаки. Да ё-моё. Ты чё за бредятина? О, нихера себе. Ладно. Манати вот эти. Какие-то духи прикольные. Ау. Восемьдесят.
засейвился. Ну, слушайте, мне дают дополнительные, ну, пускай 20, но... Халявный ж. Ха, вот эта вещь прикольная, я понял, что это. Прикольно. Не, реально прикольно сделано. Ну, мы должны в этой серии храм пройти, по идее. Доступно новое умение. Это легко. Потому что мы в какой-то игре, помните, проходили такие... Как она называлась? Там, где мы части тела собирали. То он быстро, то он медленно. Откуда мне знать? Я что, Ванга? Картон. Сейчас все сделаем по красоте. Да, давай, убей меня, сейчас сильно попадет. Блум-блум. Ой, не увидел. Но хотя бы не красные шипы меня убивают. Идеально. Понял, принял. Обещаю удар. Очередная арена.
Уп-уп-уп-уп-уп. Ой, бля. Короче, сосёте. Слишком они быстро начали это. Не, еще не работает. Хил. Смерть. Так, по идее, мне нужно поверху пойти. Арена очередная. Найс. Найс трай, найс трай, найс трай, найс трай. В жопу. Ха, и я достал через камень, главное. Спидранером на советку. Что это? Оно как фризит, я говорю вам. Все, последнее осталось. Но мне нужен еще сундук. Что мне включено? У меня больше ничего не включено. Ой, мышку надо убрать. Еба. Так, давайте мышку уберу. Так, походу, думаю, до этой уже тоже части дошли. Изи. Изи дракон. Сразу смотрим, мы все забрали. Блин, я не знаю, там есть как бы проходы, но я не в курсах. А, ну в принципе. Ну, в принципе, так можно.
Я что-то про это вообще забыл на самом деле. Благодарчик. Так, все, сундук забратый. Нужно будет поговорить с тем челиком, который наверху. Мне показалось, или ты правда разбил пиньяту? Знаешь, как тяжело вынимать конфеты из трещины в обсидении. Я не злюсь. Просто немного обидно, что ты устроил вечеринку, а меня не пригласил. После тебя как на стенах столько следов. Знаешь, как сложно тут дотягиваться? Как ты вообще туда забрался? Все, остался только последний. И закончим серию. Сойдет. Блин, ладно. Давайте. А, я не успел. Я понимаю, что они здесь бесконечно. Факт остается фактом, то что я могу на них фармить. Ауч. Мне интересно, сколько мне дадут за это. О. Ай. Давайте до 500 и все. Все. Интересно, сколько мне дали? Ну слушайте, мне кажется, там дохера мне дали всего.
это самое логичное, что мог сделать. Наверх я пока что попасть не могу, значит здесь еще сейчас будет. Одна это. Как она называется? Ладно, забыл. Не, короче, я понял. Хотя я так могу сразу до рта дойти. Лайфхаки. Я забыл, что у меня двойного прыжка нету. Дуэльная комната. Нет, таких мне скелетов в ссоре призывать не надо. Да ё-моё, серьезно? Я не успел. Ясно. Ну, в принципе, легко. Ага. Идиот. Ладно. Бывает со всеми. Главное не рисковать. Ну нахера? А, фух. Творим пополам. Вот this, вот this. Ну, в принципе, первый стоим здесь, волну. Thank you.
Thanks. Thanks. Не хватает. Блин, мне нужно сундук собрать. Нужно бросками научиться атаковать. Нужно учиться атаковать бросками вверх. Короче, нужно будет их изучить тоже. Потому что это слишком проблематично. Ага. Ну, я пойду за сундуком. Понял, принял. Я думаю, почему так легко? Потом понимаешь, что это еще не все. Я изменил время. Ну, то есть миры. Вы это видели? Я коснулся лавы, но он не умер. Но звук был. Касание. Очень странно. Но это жизнь. У меня жизни много. А мне не война нужна, не жизни. Вот здесь бы хорошо пригодились. А, я понял. Херовина сильная. С ним нужно сразу разбираться. Потому что это, по идее, самый сильный такой враг. Так, пока я тебя не активировал. Хотя... Там, походу, тоже ничего не было. Потом туда пойдем. Спасибо, Олух. Нет-нет-нет. А, там нихера нету. Ладно. Да-да-да. И где мы? Это пустое измерение? Единственное, что я могу понять, это...
по крови, где все они находятся. Ха, прикольно. Знаете, типа, пустой мир, который мы изображаем, типа, чтобы найти выход, надо убивать врагов. Эх, и трудный выдался денёк. Наконец-то я отмыл весь зал. Откуда ты пришел до блеска? А, откуда ты пришел? В смысле, до блеска? Теперь там так чисто, что стен не видно. Ха, мой брат гордился бы мой. Мою, мною, мою, 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 мною, мною, мою. Да, прикольно сделано. Ну и ну. И как же ты сюда добрался, человек? Хорошая попытка, но ты опоздал. Я владею темной биосией магией. И с легкостью и изяществом танцую между миром живых и мертвых. Ну давай, попробуй. Положить меня на лопатки. Ха. Ну слушайте, он довольно быстрый, я вам скажу. Ну-ну-ну, давай-давай-давай. Создавай арену. Ну босс на самом деле ни о чем. Ладно, он попал просто из-за того, что... Я захотел это все дело быстрее пройти, потому что мне скоро уходить. Я не хочу время тратить. Ясно, понял. Когда я буду с боссом драться? Сразу свалил. Он даже атаковать не успевает. А вот эта вот херня опасная.
херня опасная, но и я смог. Все, теперь битва такая. А, нихера. Давай вперед. Тихо, нормально. Ай. Хватит. Мне надоело играть с тобой. Лучадор. Было весело, но пора переходить. К коренному блюду. Лучадор Векс. Кстати, ты приглашен. Так что стой, не шевелись. Ага. В чем дело? Боишься меня ударить? Стыдно за тебя. Он меня съел? Серьезно? Скажи, я тебе не... Так, тебя не бесит, когда после закуски аппетит разрывается? Проклятие, желудок сводит от голода. Я с этим лучше. Будь ты проклят! Пропади ты пропадом в самой глубокой дыре. Ну ладно, мы хотя бы его одолели. А может, повторим? Я в порядке. Спасибо, что спросил. Мой замечательный головной убор изрядно поистрепался. Зато теперь у меня есть реликвия. Ха-ха. Ой. Кажется, я мячик уронил. Можешь мне его пнуть обратно? Мы справились. Ой-ой. Надо эти реликвии, недостойные супостаты. Перед вами Сальвадор. И Марионетта. Надо эти реликвию, никчемные создания. Проклятие! Сбился с мысли. Надо эти реликвии... Иначе сокрушительная мощь. Аймари, отвлеку их, босс. Отбей. Убирайтесь отсюда, сейчас же. Но мне не нужны друзья. На чем я остановился? Ах да. Живо дайте реликвию. Какую реликвию? Ладно, тогда я сам ее возьму. Не трогай меня. А теперь в Илыч. В Вильячу. За последние реликвии идем. Я пяк. Пока, дурачья.
Походу нас обвели. Не слишком ли жестоко я обошелся с Маринетто? Что это может так? Что еще может пойти не так? Обсидиановый храм. Темнейшее измерение. Кактусы могут смягчить нам посадку. Готово. Она великолепна. Свою работу я хотел создать в дань справедливости, и теперь она будет горда выноситься на всеобщее обозрение. Вечно. Ад. Темнейшее измерение. Там идет снег? Тут зима, тут лето. Инферно. Простите, но вам сюда нельзя, потому что вы еще живы. Так, по сути, вы же умерли 7 лет назад. Представьте, пожалуйста, заполнение формулы C7038А. И две фотографии, как на паспорт. Ха. Давайте хотя бы... Тут остановимся тогда, ребят. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.